Представьте, что вы оказались в мире, где от вас отвернулись все. К сожалению, мы вынуждены вас уволить. От тебя отворачиваются все. А ты виноват только в том, что люди ничего не знают о твоем заболевании. ВИЧ не передается бытовым путем. Через полотенце, рукопожатие, через поцелуй и объятия. А человек с ВИЧ при должном лечении может прожить долгую и счастливую жизнь. Каждый раз, когда я думаю, что ногтями-то меня уже не удивить, какие пионы странные. Твою мать, это же не пионы. Да, это вагины на ногтях с разными анатомическими подробностями. И темненькие, и светленькие. На любой вкус и цвет. Налетай, нет, я так лучше не говорю. Когда-то у меня в выпусках были херовые ногти, а сейчас вот такой пи***датый маникюр. А следующий кусок парням будет неприятно смотреть. А зато будет приятно смотреть девушку, представляя своего бывшего. На фоне такой генитальной феерии меркнет буквально все. Какающий единорог, ногти с тараканами, видимо, чтобы расчищать себе места в общественном транспорте. Или не платить за счет в ресторанах. Ла-ла-ла-ла. Ногти-пробирки для анализов крови, мочи и кала. Видимо, в пункте сбора тебе просто стригут ногти. А как вам ногти-наручники? Либо для особо скандальных клиентов, либо в психбольнице можно использовать. Кстати, в психбольницу кое-кому уже давно пора. Хотя вот заявка на победу. Интимная эпиляция. В следующий раз по просьбе Панина будем обзирать педикюр. Заходите! Летят! Ребёнышки летят! Случай, урод дома! Эй, урод, ты дома? С тобой вместе до утра. Играем не по нотам, нафиг правила. Собери друзей, на пора на рейс. Пункт назначения — музыка вкуснее слэйс. Цвет настроения желтый, и подруги на виле. С нами рэперы и рокеры, ведь мы мешаем все силе. Ура! Это был Ликопер. Но мы вас не берем. Почему? Так вы ж песню Крида взяли, ну? Ой, деревня, обожаю. Фу, деревня, ненавижу. Ой, свежий воздух. Свежий воздух. Блин, здесь даже интернета нету. Вообще интернета нет. Красота. Никакой тренажерки не надо. Я больше не могу. Хорошо, в деревне можно по шмотку вообще не заморачиваться, а? Продукты все натуральные. Блин, тут даже Макдональдса нету. Ник, ну когда в город-то уже, а? Какой город? Мы в розыске. Что там воняет у вас сзади? А и тут тоже воняет. Это походу от меня. А, точно, в говно наступила. Пристегиваться не буду. Я девчонка рисковая. А вы слышали, что есть маньяки, которые именно таксистов убивают? Нет, не слышал. А зря. А давай ее собьем, как в GTA. Что? Ты что, на проститутку похож, ее нормально держат, выпади, давай. А можно я свою мутку включу? Кошка! Кошка! Там же нет никого. А я знаю, я просто тебя проверяла. В машине курить нельзя. Почему? Да отвали, говорю, я на улице курю! Приехали. 4 рублей, не подсматривай. Ой, держи. Спасибо. Что это? Вот тварь, а. Тут такое дело, выпускной. Волосы не готовы, руки не готовы, ноги похожи на ковер. Метнулась в салон красоты. Оставила в салоне годовой бюджет Сургута. Поиск платья похож на квест. Тактично объяснила какой-то тёлке, что это платье подходит мне больше. Вроде все готово, хотя...
Еще один маленький нюанс. Вот теперь готово. Приехала в школу. На входе стоял физрук. Заподозрил неладное. Пришлось отдавать процент. Хорошо, что у меня еще осталось. На выпускном меня ждал сюрприз. Неприятный. Оказывается, мое платье в магазине было не последним. Убедила Ленку, что ей нужно полежать и подумать. Раз платье не в обтяг, решила слегка перекусить. Позвали фототься. Опять я самый фотогеничный человек в классе. Туфли на размер меньше давили и терли все сильней. Хорошо, что теперь у меня есть запасные. Классуха позвала на улицу смотреть салют. Эффектно. Стало интересно, что мы скидывались по 10 тысяч. Оказалось, бухлишка пронесла не только я. Никогда не пробовала ром. И виски. И текилу. Короче, проснулась в Тамбове. Тут такое дело, решили пойти на пикник. Проверила погоду, плюс 27. На всякий случай возьму зонт, все-таки Москва. И пуховик. Набрала Виталику узнать, где будет пикник. Он сказал, что вообще-то уже на месте и давно меня ждет. Я сказала, что выехала и пошла в душ. Вышла из душа, от Виталика 7 пропущенных. Написала ему смс, что уже в парке и вижу его. Взяла ракетки, книгу и телевизор, если будет совсем скучно. Вся еда была на Виталике, я взяла только чипсы и шампанское. Решила пойти пешком. Порадовалась, что забыла пуховик и телевизор. Поняла, что нужно поднять настроение и что шампанское до парка не дойдет. В парке с трудом нашла Виталика. Сказала ему, что очень проголодалась. Он сказал, что вся еда была на мне. Я очень удивилась и проверила переписку. Ничего подобного не было. Виталик сказал, что ничего страшного и будем есть мои чипсы. Я подчеркнула «мои». Но Виталик нашел весомые доводы, чтобы я чипсами поделилась. Поиграли в бадминтон, стали жрать комары. Сказала Виталику, что хочу домой. Он сказал, что я здесь всего 10 минут. Решила лечь поспать, попросила Виталика разбудить через полчаса. А Виталик немного отвлекся. Так, у вас есть опыт работы? А вы знакомы? Поздравляю, вы приняты на работу в библиотеку. Наконец-то мы вдвоем. За нас. Да, любимая? Ты где? У бабушки. Бабушки? Фото скинь. Хорошо. Ну что, бабуля, пора пробовать твои булочки.